Так. Показую вам теплицу уже с посаженными капустой кассетой. Выглядит это все вот так вот. Мы не ставили ее на пол, не на стеллажи, а просто на пленку. Сейчас такой сильный ветер на улице, бешеный. Так, вот это еще не накрытое. Все остальное накрыто укрывным материалом. Через него можно спокойно поливать, не поднимать, не убирать его. Чтобы прям поливать вкусно. Так вот у нас выглядит печь. Вот. Отапливает, в принципе, неплохо. Но не так, как хотелось бы. Ну, температура поддерживается нормальная. Итак, тут у нас уже прорастают. Сейчас я вам покажу. Вот она. Уже. Так, это у нас возле печки получается. Если брать чуть дальше, где с краев, где, наверное, более прохладно. Так, вот сейчас у нас здесь температура какая. Вот сейчас у нас сколько? 6-7 часов вечера. На улице ветер дикий, конечно. Тут не так часто, как в той стороне, но уже что-то появляется, уже хорошо. Так. У нас получается это вся ранняя капуста. Сейчас посмотрим, какая именно. Так. Это у нас пандион и Green Flash здесь посажены. Этой же самой компании. Green Flash и Pandion. Вот. Будем смотреть на то, как она будет потихоньку взрастать. Потом ее высаживать уже, наверное, в мае. Вот эта кассета, это экспериментальная. Мы попробовали высадить на улицу при данной температуре, которая имеется. Выживет, не выживет, просто посмотреть. Это у нас росла в тепличных условиях тоже уже капустка. Которую пора бы высаживать. Но с погодой и с ветром, который сейчас, никак.